Не мыть под горячей водой, не сушить полотенцем и не гнаться за длиной. Три главных правила одесской Рапунцель. Свои волосы Алла не стригла 35 лет. В итоге локоны выросли в длину больше, чем рост девушки. 1 метр и 66 сантиметров. Секрет рекордсменки прост. Никаких секретов. Многие девушки хотят волосы длинные и чтобы они были сразу. Так не бывает. К сожалению, никакого секрета нет. Да, чтобы ты что-то выпил на ночь, съел или чем-то намазал волосы, и они вот на утро выросли длинные. Нет, такого нет, просто это зависит от генетики. Самое главное – следить за здоровьем. Если в организме хватает всех витамин и микроэлементов, то, конечно, это отражается на волосах. Для блеска и густоты своих локонов девушка не пользуется ни масками, ни бальзамами. Единственной трудностью становится сушка волос. На это Алла тратит более получаса. Зато в результате пышная копна, которой может позавидовать любая женщина. И даже известный рок-музыкант Джаред Лето. Я стояла, муж меня фотографировал. Мои волосы развиваются на ветру, горы вокруг, красота. Подходит парень и на английском спрашивает, можно ли меня сфотографировать. Удивляется, ой, какие волосы. Его друг говорит, ой, ты как Рапунцель. Я говорю, да, конечно, можно. А потом мой муж поднимает на него глаза и говорит, слушай, ты случайно не рок-звезда, не Джаред Лето? Он говорит, да. Он говорит, о, ну тогда теперь ты с нами фотографируйся. Мама девушки, она же главный мотиватор Аллы, недалеко ушла от дочери. И в свои 76 лет имеет не менее пышные волосы. А немецкая овчарка, которая живет у Аллы уже 12 лет, спела для репортера свою любимую песню. Александра Явник, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».